Самый часто задаваемый вопрос на последних парламентских выборах – кто все эти люди? И самое интересное, что выборы уже закончились, но теперь население интересует не только кто, но и где эти люди, как бы выбранные в парламент. Обнаружить приемные народных избранников оказалось не так просто. Мы отправились в Малиновский район на улицу генерала Петрова, где, по слухам, и находилась приемная тогда еще кандидата от «Слуги народа». Туда надо идти дальше, туда. Туда? Да. Не доходя до трамвайной линии, что доходит, вот будет с этой стороны. А как его хоть фамилия? Зеленский. Народный депутат? А, депутата, подожди. А кто же у него депутат? Я не знаю, есть такой Савик, это он в ЖЭКе. ЖЭКе? Народный депутат в ЖЭКе? Да. Там он принимает. В местном почтовом отделении мы выслушали новые версии не только местонахождения приемной, но и имени теперешнего нардепа. Так вот кто у нас теперь народный депутат, знаете, от нашего Малиновского района? Без понятия. Чикита вроде. А может быть, великую депутатскую тайну знает ЖЭК? Вот через дорогу. Так. 15-й номер. В 15-м? Да. А какого депутата? Этот. Чикита. Не, нам нужен тот, который выиграл. А, этот. А кто у нас выиграл? Собственно, приемная «Слуги народа» находилась здесь же, на генерала Петрова, в обычной хрущевке, в том самом помещении, которое теперь сдается в аренду. И, разумеется, никакой депутат и никакие помощники нардепа здесь не принимают. Отправляемся на поиски приемной кандидата в Киевский район. Говорят, его приемная находилась сразу за одним из торговых центров. Место само по себе символическое. С одной стороны, мусорники и копающиеся в альфаторах бомжи, с другой – пункт приема металла и колоритные маргиналы, которые рассказали нам все, что знают о местных приемных. Вот это? Нет, нет. Народного депутата. А была когда-то? Я ищу, где была приемная, ну, будущего народного депутата. Где-то... Вот это коричневая? А как его хоть фамилия была? Что же они выбираются, а потом исчезают? Да, исчезают, не знаю. Не знаю, такой с бородой, да? Вот такой вот, да. Давно уже нету. Все, что осталось на, так сказать, долгую память о светлых предвыборных обещаниях, изображение самого тогда еще кандидата, заклеенное, впрочем, предложениями компьютерного мастера «недорого», да след от когда-то украшавшего здание политического баннера, наверное, чтобы электорат не перепутал пункт приема кандидата с пунктом приема металлолома, клочки которого теперь радостно зеленеют на ободранной стене. И тут мы подумали, а действительно, кто он, этот человек с бородой, который теперь представляет интересы одесситов в новом парламенте? Разобраться с этим вопросом мы решили с помощью самих же жителей Киевского района, предоставив им на выбор несколько фотографий политиков и активистов с предложением найти среди них нужную бороду. Ну, в смысле избранного парламентария. Вот он. Это ваш депутат? Да. А как его фамилия? А я уже не помню. Этого не знаю. Этого тоже не знаю. Этого тоже не знаю. Ну, лицо что знакомое. Все. Был какой-то с бородой товарищ от «Слуги народа», но точно не скажу, кто из этих. Есть знакомые лица здесь? Мушерий. Это не знаю, кто такой. Тоже не знаю. Тоже не знаю, все одинаковые. У него была какая-то дурацкая борода. Парень с бородой и в трико. Бороду сбрил, трико снял, и все, тебя никто не узнает. Нет, можно, конечно, на секундочку предположить, что люди голосовали за него неосознанно. Но что удивительно, похоже, сам парламентарий тоже голосует, не приходя в сознание. Во всяком случае, он так и не смог ответить на вопрос журналистов, как зовут нового премьер-министра, за которого он только что проголосовал. А кого сегодня обрали на посаду премьер-министра? Ви ж бачили, ви знаєте. А я вас запитую, ви ж голосували. Ви ж бачили, всім же відомо. А впрочем, не бородой единой. Отличились и те, кто избирался в районах. Ну, например, теперь уже нардеп Васильковский. У него тоже была своя приемная, которая, впрочем, тоже исчезла вместе с самим Васильковским уже после выборов. Кто у вас сейчас народный депутат, знаете, вашего округа? Ой, я его даже не знаю. Красносельский или кто? Красносельский или кто у нас народный депутат? Кто у вас народный депутат сейчас? Ой, я даже не знаю. Есть приемная?
приемная его. Не-не. Открыл ваш новый народный депутат приемную? Вы знаете, где его приемная? Услуги народа вашего? Нет, не знаю. А фамилию, кто у вас новый народный депутат, знаете? 82-го. А кто у нас? Кто у вас новый народный депутат? Фамилия какая? А мы и не знаем. И тут вы спросите, а как же избранники будут общаться с избирателями, которые их выбрали? Судя по всему, Колев и Дмитрук никак. А вот Васильковский выделился и предложил электорату подписаться на телеграм, чтобы люди виртуально могли пожаловаться на свои проблемы, которые новоиспеченный нардеп, наверное, тоже будет решать виртуально. И это все, что нужно знать об уровне политического бомонда сегодня.